Ромашково-Рублевский проезд. Эти дома заселены давно, но работы по благоустройству еще не завершены. Нет остановок общественного транспорта, отсутствует освещение, имеются проблемы с подъездными путями. Раньше многоэтажки от дороги отделял строительный городок, но после обращения жителей в администрацию его разобрали. Впрочем, как оказалось, собственник просто передвинул вагончики на соседние земли. Сельхозназначение. Осталось неблагоустроенной прилегающей территории, которая к этим домам, собственно, относится. И, значит, остался не демонтирован временный городок, собственно, с помощью которого, ну, и функционировала данная стройка. Соответственно, в данный момент, поскольку дома уже с данной территории не обустроены, жителей, ну, это крайне неудобно. К передвинутым строительным вагончикам подведены неустановленные коммуникации, и, по словам местных жителей, недавно уже был пожар. Такое соседство под окнами многоэтажки вызывает у них оправданные опасения. В администрации пообещали с ситуацией разобраться. Земельный участок находится в собственности территориального управления Росимущества по Московской области. Передан застройщику Ронду под реализацию, ну, в аренду под реализацию жилого комплекса. Соответственно, что касается именно каких-то муниципальных действий в отношении дальше, да, там, ремонта дороги, мы, к сожалению, их в силу земельно-имущественных отношений проводить просто не можем. Между тем, работа уже ведется. К решению проблемы привлекут собственника. Подано ходатайство о проведении земельного контроля. Когда будет получено заключение, можно будет назвать и сроки, в которые территория вокруг жилых домов будет благоустроена. Роман Попов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».